нас автомобиль стоит на пересечении проезжей части, нарушение пункта 12.4 ПДД. Что надо сделать? Водителю подойдите. Надо включить маячки. Ну, вы, может, ему скажете, нет? Я же вам обращение сделал. Скажу. Примите меры. Давайте. Сейчас оформим. За что оформляем? Проигнорировали нарушение ПДД только что. Где? Полицейский автомобиль проехал, а водитель не пристегнут. Три 15. Полицейский, может, вы все-таки включите маяки? Или вам нужно больше 10 минут? Мешайте. Угу. Хорошо. Не буду мешать. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Вот я сейчас нахожусь в городе Люберцы, получается, в районе пересечения Егорьевского и Новорязанского шоссе. Тут автомобиль полицейский О-3236, 50 регион. Вы хотите сейчас жалобу оставить? Да, я вам обращение делаю. Фамилия, имя, отчество. Жалоба у вас на кого? На сотрудников ДПС полиции. Какого это района они, на машине у них? МУ МВД России Люберецкая.
Московская область. Фамилию у вас есть, сотрудник, на кого жалуете? Нет? Одного есть, но я на него не жалуюсь, я ему обращение сделал, а второго нагрудный знак 50-3315. Служебная машина какая у них? О-3236. О-3236. 50 регион. 50. Марка какая? Ford Focus. Все у вас по этому обращению? Да, еще мне бы хотелось сейчас сюда ответственного их вызвать. Так, сейчас вам дам номер телефона дежурной части Люберец. На борту или где? Есть у вас вас записать? Да есть у меня телефон дежурной части Люберецкой. А вы им не можете сами передать? Мы от вас принимаем сообщения и жалобы. Хорошо. Если... И укажите в жалобе, что... если они хотят фото-видеофиксацию нарушений, там, обращений, то пускай мне есть, да? По телефону позвонят. Да, у меня она есть. Угу. Я им предоставлю. Хорошо. Угу. Ваша жалоба принята. Угу. Все, хорошо, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Угу. Все, хорошо, спасибо. До свидания. Я хочу, чтобы вы перестали нарушать ПДД. Что еще раз? Есть вопрос. Пошел вам помощь оказать? Да, перестать нарушать ПДД. Хорошо, вызовите ответственного сюда своего. Сейчас полицейский, наверное, достанет конус. Угу. Только про конусы в ПДД ничего нет. Алло. Алло, да, слушаю вас. Добрый день, можно мне вызвать ответственного вашего на пересечение Смирновской улицы и Новорязанского шоссе? Тут у меня конфликтная ситуация с сотрудниками ДПС. Вот. Машина 3236. О-3236. А что за конфликтная ситуация? Ну, они стоят тут на пересечении проезжих частей в нарушении пункта 12.4 ПДД. Я им сделал обращение, чтобы они, ну, либо уехали, либо включили маяки. Вот, они проигнорировали, вот здесь уже 15 минут стою, жду их, пока они разрядятся. Пока что только говорят, чтобы я им не мешал. Вот, так что... Какая машина? Ford Focus O3236. Сотрудник за рулем, нагрудный знак 3315. 50. А где еще раз стоят? Как Смирновская улица идет на пересечении с Новорязанской шоссе. Это где там такое пересечение Смирновской и Новорязанского шоссе? Ну, там, где мост идет, да, вот прямо перед мостом. Там, где съезд идет на Новорязанку с Смирновской улицы в Люберцах. Сейчас, секунду, подождите. Ну, они административные нарушения там оформляют. Что еще раз? Административные правонарушения оформляют, инспектора стоят. Я рад за них, пускай либо маяки включат, ну что они должны сделать по правилам дорожного движения, пункту 3.1. Вот. Угу. Либо уезжают. В чем проблема включить маяки, я не могу понять, почему мне надо для этого оставлять на них жалобы и звонить вам. А
маяки-то они зачем должны включить? Их же видно там дневное время. Они нарушают ПДД, они стоят с нарушением пункта 12.4 ПДД на пересечении проезжих частей. В соответствии с пунктом 3.1 ПДД они обязаны включить маяки, когда нарушают, при неотложном служебном задании. Можете свое обращение оставить на сайте gibdd.ru. Я уже оставил свое обращение по телефону доверия. В установленном порядке. Ну, вы приедет ответственный или нет? Ответственный? Да. Нет, не приедет. Почему? Не вижу основания для этого. То есть конфликтная ситуация с спектрами ДПС это не основание для того, чтобы выехал на место ответственный, да? По 185-му приказу нет такого основания, да? Вы из-за ответственного? Да, 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 ответственное должностное лицо, их начальство, не знаю, кто там у вас ответственный сейчас. Я вам еще раз говорю, вы можете оставить свою жалобу на сайте gibdd.ru. Ваша фамилия как? Дежурная часть Люберецкого ОГИБДД, помощник дежурного Лапшин Сергей Александрович. Сергей Александрович, в 185-м приказе четко сказано то, что при конфликтной ситуации с участником дорожного движения у инспекторами вызывается ответственный на место. Ну, просто не вижу, какая конфликтная ситуация, потому что они стоят там и оформляют административный материал. Конфликтная ситуация то, что я им сделал замечание, они не реагируют на него. Вот в чем конфликтная ситуация. Они создают аварийную обстановку. На основании вы им сделали замечание? Я им обращение сделал. На основании того, что деятельность полиции контролируется гражданами. Я им обращение сделал, они включили маяки, нет вопросов, я бы ушел. Деятельность полиции контролируется социальными органами. Да, 50-ю статью почитайте закон о полиции. Не читали, нет? Читали. Ну вот, видите. Ну так что будем делать с ним? Хорошо, сейчас ответственно будет доложено, будут приняться какие-то меры. Телефончик запишите, чтобы он мне позвонил. Конечно, будет приниматься меры. Полицейский, вы свободны сейчас? А? Обращение вам хочу сделать. Вы свободны сейчас? Нет. А фамилию вашу можно узнать? Сидит мой фамилия. Спасибо. Просто ситуация такая, вот 15 минут не могу уговорить инспекторов включить маячки. В чем проблема-то, я не могу понять. Здесь это не обзор. Почему? Пункт 12.4 ПДД запрещает стоянку на островках безопасности на пересечении проезжих частей. Для оформления административного материала. Для этого у вас есть маячки. Проблесковые. Их включить дело 5 секунд. Почему это ни у кого не возникает вопросов, только вот эти инспектора? Товарищ гражданин. Угу. Мы вам имеем право ответить на вопрос, связанный с спецификой проезда, учреждением, больницей, отделением полиции. Все остальные вопросы мы вам не обязаны отвечать. Отдадите, не мешайте выполнять процессуальные действия. Я вам обращение делаю, если что. Вы
Не мешайте, составить административный материал, пожалуйста. Ни в коем случае. Если по пьянке составить, то я даже, ну, могу посодействовать, понятым там побыть или что-то еще. А вы к данному гражданину какое отношение? Никакого. Абсолютно. Я увидел нарушение, остановился, все. Но почему вам не впадло включить? Что там, понятые нужны, нет? Не обязательно. А при пьянке вообще в каких случаях понятые нужны? Когда отказывается? Тоже не обязательно. В случае видеофиксации понятые не обязательно. Просто в протоколе делается соответствующая запись, что использовалась видеосъемка. Ну это понятно. Соответственно вызывал, я думал, вы приехали. Вы, оказывается, по другому вопросу. В чем проблема? Маячки включите, я вообще не понимаю. Видите, огорожены фишками транспортные средства. В данном случае это не обязательно. Чем это регламентируется? 186, ПДД 3.1. 186 приказом. Каким пунктом? В 185 приказе 210 пункт, насколько я понимаю. Да, должны огораживаться. Но в правилах дорожного движения про конусы ничего нет. Понимаете? То есть включить маячки ни у кого, вот с многими инспекторами общался. 185 это регламент, на основе которого мы осуществляем свои действия. Да. А 186 ваш ДСПшный? ДСПшный, да. Что там показала? Я не вижу, что
не пристегнуты. Не пристегнуты. Полицейские проехали. Не видели, нет? Не обратил включить. Это габариты. Это у вас ближний свет такой, мне кажется, вы габариты включили. Не видно, серьезно. Ну, ближний свет, правда? Ну, все тогда. Ладно, будем считать, что ближний свет. Минуту, как говорится. Итак, мы уже тут 40 минут тусуемся. И полицейским из Люберец западло включить люстру. Почему-то другие полицейские включают, а они нет. Они считают, что они самые прошаренные и лучше всех знают ПДД. Однако пункт 12.4 ПДД запрещает им тут стоять без включенных рубежковых маячков. Показательно оградили себя конусами зачем-то. Ну ладно. Это вся вакханалия 40 минут продолжается. Они, походу, пьянку оформляют, но не знаю, сколько там оформляют. А, да, кстати, мимо них проехал две машины с непристегнутыми полицейскими. Они их даже не остановили. Вы пока свободно, может, мне обращение примет? Ну, обязанность принять. Ну, давайте. Еще 2 минуты на вас жалоба будет. Не хотелось бы. Вот инспектор младший ДПС. Молодец, представился, все дела, замечания ему сделали. Ну, правда, старший по званию его игнорирует. Плохой пример подает.
Алло, да. Алло. Слушаем вас. Вот звонил ранее, просил вызвать ответственного на пересечении Смирновка с Новорязанской шоссе. Угу. Вот. Ну что там, ответственный подъедет, нет? Мы передали ответственному, не знаем, подъедет или нет. Он сказал, нет смысла подъезжать. Ну, в общем... Вам передали, что если вам что-то там сотрудниками, у вас конфликт был с сотрудниками, нет? Ну вот сейчас отказываются принимать обращение уже, нарушая 736 приказ. Угу. Вы хотите что сделать? Обращение, жалобу оставить? Я им хочу сейчас в данный момент сделать обращение. Вот, которое они обязаны принять согласно 736 приказу. Блин, инспектора пока заняты, с ними общайтесь. Нет, сейчас один инспектор уже 40 минут сидит и на заднем сиденье, потому что ему старший по званию сказал, он там сидеть. Он сидит, записывает, наверное, видеорегистратор. Он вообще ничего не делает. Оформляет происшествие. Он мне сказал 2 минуты уже 10 минут назад. Ну, вы от нас чего хотите? Чтобы вас быстро принять обращение или что вы хотите? Я хочу, чтобы они не нарушали ПДД, это главная моя цель. А все остальное это уже... А кто нарушает ПДД? Инспектора нарушают ПДД, стоят с нарушением ПДД, пункта 12.4. На пересечении проезжих частей. Не нарушают ПДД, да? Да. Они стоят без маяков, без ничего, просто стоят. Да, без маяков, да? Без ничего, посреди дороги, встали и стоят. Еще там, наверное, метра нет до пешеходного перехода. А, и до пешеходного перехода, да, они стоят? Да. Я понимаю, что они оформляют, включить маяки это 2 минуты. Почему я должен час с ними стоять тут? Как маленьких их уговаривать? Граждане им зарплату платят не для того, чтобы я их стоял тут уговаривал. По закону работать. Служить. Мне тоже честно, отсюда не видно. Вам оттуда видно, если вы хотите жалобу оставить на инспекторов, давайте жалобу оставляйте. Слушайте, ну вы же, наверное, мое обращение, да, записываете, да? Ну, ваше обращение не записывали никуда. Ну, давайте записывайте тогда. Давайте записывайте. Вам надо обращение через ОВД закусировать, чтобы закусировали вам ОВД. Угу. Давайте мы сейчас... Слушайте, ну хотите, я сейчас... Давайте, запишите, а я вот сейчас буквально через часика полтора-два могу подъехать к вам объяснение дать сразу. Можно так сделать? Я не знаю, можно. Хотите, подъезжайте. Ага. Хорошо, давайте. Обращение ваше. Давайте. И, соответственно, я подошел к инспекторам. Вот младший инспектор, он, я не знаю, у него пустые погоны, видимо, рядовой, не знаю. Вот. Да, рядовой, да. Да, представился, все как положено, сказал, сейчас скажет водителю. Вот. Подошел, сказал водителю, водитель, лейтенант, нагрудный знак 50-3315. 50-3315, ага, водитель, да? Ага, да. Водитель, ага. Вот. Ну, он, собственно, я 10 минут подождал его, пока он сказал, сейчас оформит. Вот. Хотя маяки включите, я не знаю, там сколько, там 2 секунды это занимает. Вот. Ну и, собственно, обратился к водителю. Он сказал мне, чтобы я не мешал ему, то есть отказался принимать обращение, не представился, когда я к нему обратился. Чем нарушил пункт 5 статьи 5 закона о полиции. Все записали. Да. Ну и все. И они вот теперь отказываются включать маяки и принимать обращения и вообще все делать. Вот. Все хорошо, мы приняли информацию. Все хорошо. Тогда если надо видео, там, фото, фиксацию, то я могу подвести вот. Ну если сегодня хотите, да, подъезжайте. Угу. 4-й этаж, 402-й кабинет, командир роты. Ага, хорошо, спасибо. Да, подъезжайте прям сразу. Угу. Все, давайте, да, сегодня подъеду. Да, ждем вас, хорошо. Хорошо, до свидания. Угу. Все, давайте, да, сегодня подъеду. Хорошо, до свидания.